привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. В предыдущем ролике я описала для вас сорт сладкого перца патриция. Он относится к крупноплодным перцам, очень крупным. К такому же крупноплодному перцу относится и гладиатор. Видите, как по размеру руки видно, что он занимает полностью целую ладонь. Единственное отличие от гладиатора, я уже говорила, что у гладиатора тупой конец, видите, он как трапециевидный, у патриции трапециевидная форма, а у гладиатора конусовидная. Конусовидная форма, тоже здоровый такой. Про него также в описании написано, что это среднеспелый сорт, срок около 100-120 дней, плоды конусовидной формы, массой 200-250 граммов, толстостенные, сочные, с ароматной мякотью. Окраска в биологической зрелости желтая, универсальное использование. Вот этот перец уже можно, он как-то более аккуратнее у него перчины, можно и пофаршировать, но в основном, конечно, применение салатное, потому что у них очень высокие вкусовые качества, желтые перцы. Они очень сладкие, очень сочные, такие брызжет сок. Они идеальны для салатов, именно для свежего употребления, потому что вот такого великана, вот сорвешь вот такого великана, его даже жалко фаршировать, его хочется съесть в свежем виде. Он такой сочный, такой вкусный. У меня его вот дети и муж едят вместо фруктов. Младший сын, ему не надо яблок, он берет сладкий перец и хрустит его. И говорит, что ему нравится намного больше, чем фрукты, вот эти импортные. Вот этот сорт гладиатор для тех, кто любит крупноплодные сорта. Он, конечно, чуть попозже. Вот у нас ранние там Венти, Ласточка, Виктория. Они спеют раньше. Но вот этот крупноплодный, он будет чуть попозже. Ну и, конечно, вкусовые качества. У них и масса больше, и вкуснее, сочнее мне они. Вот как это мое мнение. Мне кажется, что крупноплодные все равно, так же, как томаты крупноплодные, они по вкусу превосходят скороспелые сорта. Вот это сорт гладиатор. В каталоге он тоже у меня будет. Я вот эти видеообзоры делаю для тех, кто хочет выписать перцы, но глаза разбегаются и не знают, какой выбрать.